В этом году Дагестан получит 637 миллионов рублей на реконструкцию дорог в республике. Средства выделят из федерального бюджета. Они пойдут на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом говорили на общественных слушаниях в Дагавтодоре. Встреча прошла под руководством Загида Хучбарова. Подробнее в нашем следующем сюжете. В этом году в Дагестане отремонтируют 76 километров дорог. По плану это примерно около 70 улиц в Махачкале. Деньги, а это больше 637 миллионов рублей, поступят уже в конце апреля. Поэтому сейчас дорожники обсуждают программу развития транспортной инфраструктуры столицы республики. Речь не идет о капитальных работах. Речь идет о приведении поверхности дорог в порядок. Поэтому это будут легкие ремонтные работы. И где-то отфрезеровать, где-то латку доделать, где-то бордюры поменять. 76 километров, чтобы капитально приводить, 630 миллионов не хватает. Реализация проекта позволит привести часть дорог в Махачкале в порядок. Это значит, что повысится уровень безопасности дорожного движения. Кое-где расширят дороги, где надо, появятся светофоры и освещение. Но самое главное, все это разгрузит центральные улицы в час пик. Ведь по многим из этих причин в Дагестане происходят аварии, где гибнут люди. Только в прошлом году в ДТП погибли больше 300 человек. И наша задача была в первую очередь включить те дороги, участвующим в дорожной сети программы, чтобы уйти от этих очагов концентрации дорожных расстояний. В программу постарались включить самые проблемные зоны. К примеру, это троллейбусное кольцо на улице Акушинского, поворот на Семендер, пересечение улиц Иракского и Богатырева. И еще много других участков, где чаще всего происходят столкновения автомобилей. Теперь аварий на дорогах станет намного меньше, уверены эксперты. Целью данной программы является приведение дорог Махачкалинской городской агломерации в нормативно-транспортное эксплуатационное состояние. Программа предусматривается обеспечить к концу 2018 года долю протяженности автомобильных дорог Махачкалинской агломерации соответствующих нормативным требованиям к транспортным эксплуатационным показателям до 50%, а к 2025 году до 85%. Сейчас из 811 километров махачкалинских дорог только 330 соответствуют нормам, поэтому работы для сотрудников дагестанского автодора на ближайшие годы будет достаточно. По плану уже к 2025-му большую часть автомагистралей приведут в порядок. Северина Шамхалова, Заур Магомедов. Время новостей.